Итак, друзья мои, у всех велосипеды, наверное, есть. Да? Отлично. Просто мне пришлось столкнуться с такой вещью. Наверное, большинство из вас занимаются триатлоном. Я прав? Судя по улыбающимся лицам. Просто дело в том, что люди, которые, как правило, занимаются, собственно, велоспортом или любители велосипеда, там, туристы, они, как правило, знают уже, с чем будут иметь дело, с велосипедом, зачем он, там, для каких целей, что с ним делать, поэтому не подготовлены. Триатлонисты, как правило, или триатлеты, простите, вот с чем мне приходилось сталкиваться, для них велосипед, то есть триатлон, только это не в обиду триатлетам будет сказано, спасибо. То есть там плавание, бег, и вдруг на тебе велосипед. То есть приходится покупать велосипед, мало того, выясняется, что к велосипеду нужно покупать какие-то еще кучу совершенно бесполезных вещей, которые в жизни вообще не понадобятся. Вот. Именно поэтому у меня, кстати, возникла идея вот забрать здесь. Привет. И показать какие-то азы, потому что зачастую велосипед, вот меня спрашивают, а какой велосипед купить? Порекомендуйте хороший, надежный велосипед, который будет долго служить, ездить. Это совершенно правильно. Что-что? Обязательно за недорого еще. Ну, за недорого, да, это за недорого, хорошо. Вот, и спрашивают, какой велосипед купить, покупая там дорогой, недорогой велосипед, через год использования, скажем так, такого там в комнате на станке или где-то там в Лужниках, вдруг велосипед приходит в негодность. Почему? Собственно, поэтому я собрал здесь всех, попросил собраться, чтобы показать какие-то азы, потому как велосипед не требует современного обслуживания какого-то. В принципе, его, раз настроенный, он будет вам служить долго-долго, если, разумеется, вы там не будете на нем падать через каждые 5 метров, не будете въезжать на нем в стену, ну, если, не дай бог, там не попадете в аварию. Велосипед будет служить очень долго. Давайте так, если у вас наверняка будут какие-то вопросы, я на них обязательно постараюсь ответить. Я сейчас опущу момент выбора велосипеда, потому что это отдельная тема. Есть у Миши Иванова, наверное, все о нем знают, да? Миша Иванова. У него в блоге где-то, меня даже тут там ткнул, сказал, вот здесь. У него статья, которую писали мы вместе, собственно, писал я, он ее редактировал. И там было очень много сказано, достаточно подробно о выборе велосипеда, хотя многое, может быть, и устарело. Вот, то есть об этом мы можем отдельно поговорить, если хотите, я посвящу этому там какое-то сколько-то, потому что велосипеды сейчас, в принципе, как машины, они примерно все одинаковые, все зависит от ваших денег, если это ваш первый велосипед, вы все равно его будете по цвету выбирать. Да, именно мальчики тоже, кстати. Поэтому говорить о том, какой велосипед хуже, лучше, абсолютно бесполезно. Вы все равно, как начинающий тоже спортсмен, не почувствуете разницы. Это все равно, как начинающему скрипачу дать скрипку, свежесрубленную в московской мебельной фабрике или Страдивари. Ну, в принципе, разница какой, и то будет скрипеть, и то. То есть разницы никакой особенно нет. Итак, вы купили велосипед к вящей радости ваших домашних. Что необходимо первонаперво вам знать? Значит, если вы купили его в одном из наших замечательных магазинов, где вам должны представить полностью сервис, который включает в себя также бесплатное ТО. А бесплатное ТО входит, вот вам велосипед, во-первых, настроили в магазине, как-то подогнали там, что-то подкрутили, поднатянули, отрегулировали все, вы на него сели, поехали. То есть понятно, что у велосипеда колеса, которые ездят по земле под вашим весом, спицы могут немножко подрастянуться, там тросики, я сейчас по механике пока говорю, тросики тоже подрастягиваются, что-то начинает там косять и что-то. Это совершенно нормальная вещь, то есть обкатка прошла там, скажем, 50-100 километров. Разумеется, любой магазин наш, это у них обязаны они предоставить вам ТО. То есть вы приезжаете, говорят, у меня что-то там щелкает, звенит, там не переключается, они вам обязаны это подкрутить, поднастроить. Вот. Это несложная операция, вам даже об этом. И вы катаетесь себе дальше. Но трудности начинаются, скажем, с определенного момента. Например, вы прокололи колесо. Это случается. Причем бывает так, что ездишь сезон целый, ничего нет, на какие-то стекла наезжаешь, на какие-то гвозди, а бывает просто на ровной сухой дороге бабамс, и бывает даже оба колеса. Вот. Вот тут начинается, как правило, люди меня, например, спрашивают, а как снимать заднее колесо? Вот с этого мы сейчас буквально самые простые вещи, и я начну показывать. Всем видно, я как-то постараюсь, наверное. Вот так вот. Всем видно, да?
Значит, что необходимо знать? У нас вот здесь вот есть два таких быстросъемных механизма, которые называются эксцентрики. Они позволяют нам снимать колеса. Наверняка вы с этим сталкивались, уже многие наверняка снимали, одевали колеса. И я просто повторение мать учения, я покажу, как это делается. Необходимо освободить, распустить тормоз. Некоторые думают, что это для регулировки натяжения троса, то есть там подводить колодки. Нет, для регулировки натяжения троса у нас есть здесь винтик, потому что колодки по мере эксплуатации изнашиваются, и мы должны как бы приблизить, натянуть трос. Об этом позже. Что мы делаем для снятия колеса? Мы поднимаем вот этот флажок. Всем видно, да? Колодки у нас разошлись, потому что шина надутая у нас может быть несколько шире обода. И, соответственно, если вы будете снимать колесо, оно не пролезет, и вы будете долго мучиться. Открываем флажок вот этот. Думаем, что колесо у нас снимается. Но оно, к нашему ужасу, не снимается. Что нам надо сделать? Нам нужно открутить вот эту гаечку. Повторюсь, не вот здесь мы крутим, ни в коем случае. Всем видно, да? Сейчас я подниму. Так, я что-то не то делаю. Поднять ты хочешь? Ну, вот... все, разобрался. Так, еще раз обращаю внимание. Когда мы ослабляем эксцентрик, и нам нужно его открутить, ни в коем случае нельзя крутить вот за эту вещь. Почему? Дело в том, что вот эта часть сделана из очень мягкого алюминия. Кроме того, вы можете повредить вилку. Это очень важный момент. То есть откручиваем мы здесь. Для чего мы это делаем? С этой стороны находится совершенно, на мой взгляд, мерзкое приспособление. Вот эти вот ушки, которые мешают нам снять колесо. Если вы когда-нибудь это делали, и вам нужно было в гонке или на тренировке, когда друзья быстро уезжают, и вам нужно быстро снять и одеть колесо, это сущая мука. Я поэтому рекомендую, вот эти вот вещи, вот эти вот ушки дурацкие спиливать. На своих велосипедах я их всех спилил. То есть вы представьте, вы прокололись. Вам надо снять колесо. Вы думаете, что оно снимается просто. То есть мы открыли эксцентрик, после этого нам нужно открутить, снять колесо, поменять, разбортировать шину, поменять камеру, надуть ее снова. Это тоже как бы требует определенного навыка. А потом, вместо того, чтобы быстро поставить колесо и закрыть, нам еще надо вот это регулировать. Сейчас, секунду. То есть, по мне сущий ад. То есть я не призываю всех это, конечно, спиливать, но вообще имейте в виду, что это как бы требование безопасности на современных велосипедах. Это на тот случай, что если вы вдруг едете, и у вас открылся эксцентрик, колесо не выпадет. Я, честно, в своей многолетней практике никогда не встречал, чтобы эксцентрик сам по себе открылся. Если он с достаточной силой закрыт, как бы, я сейчас покажу, с какой силой его закрывать, то он никогда не откроется. Итак, с передним колесом понятно, да? Как только мы все поменяли, и нам надо поставить его обратно. Когда интегрированные тормоза в вилках, в рамах, там тоже есть такие вещи, чтобы снимать, разводить тормоза? Хороший вопрос, чуть позже, ладно? Я сейчас говорю об обычном велосипеде. Уже у всех, наверное, у всех велосипеды с интегрированными тормозами? Нет. И у всех велосипеды на электрике уже? Частично. Так, итак, мы ставим колесо обратно. Соответственно, у нас болтается эксцентрик. Нам нужно его затянуть. Опять же, крутим внимание, вот эту гаечку. Это очень важный момент. Не флажок эксцентрика, а именно гаечку. Если вы где-то видите по телевизору, или кто-то крутит вот так вот, не верьте этому. Не верьте своим глазам. Итак, как определить, какое усилие необходимо? На самом деле, без фанатизма. Сейчас я попытаюсь... чтобы было видно это. Так, если кому-то не видно, пожалуйста, скажите, я повторю еще раз. Значит, смотрим. У нас ладонь, которая должна... Мы обхватываем вилку, и ладонью должны закрыть. На ладони должен остаться быстро исчезающий легкий отпечаток. Если отпечатка нету, значит, усилие маленькое. Если отпечаток слишком долгий, и у вас болит ладонь, значит, вы сильно затянули, ослабляете. Еще важный момент очень.
колесо важно вставить вот, эти наконечники, называются дроп-ауты. Ось должна полностью войти. Видите, у вас колесо гуляет. Очень важно его вставить, прямо прижать пальцами, чтобы оно встало ровно. На земле это, в принципе, делать легче. Достаточно просто прижать велосипед. Вот так вот, сейчас я это покажу, как делать. То есть, вот вставили колесо, все, затянули там, подтянули. То есть вы качаете колесо, чтобы оно встало, и вы прижимаете велосипед к земле, и колесо само выравнивается. После этого вы закрываете эксцентрик. Отпечаток быстро исчезает. Все, этого усилия достаточно. Просто мне иногда приносят велосипеды, в которых буквально пассатижами нужно открывать эксцентрик. Вот. А в каком положении эксцентрик должен быть? Хороший вопрос тоже. Сейчас. Да. Сейчас я к заднему колесу перейду, и тогда мы поговорим о том, куда они должны быть направлены. Значит, с задним колесом мук значительно больше. Перво-наперво. Для снятия заднего колеса мы должны цепь перевести на маленькие звезды и спереди, и сзади. Это нерабочее положение цепи, в общем-то, при котором она страшно вот так вот зудит, она перекошенная. Мы в таком не ездим, но при этом натяжение цепи наименьшее, и это позволяет нам безболезненно снять колесо. Опять же, тут я, кстати, забыл закрыть. Открываем тормоз, разводим колодки. Здесь у нас находится тот же самый эксцентрик. Слава богу, до вот этих вот дурацких ушек на заднем колесе пока не додумались на задних дропах, поэтому ничего откручивать не надо. Мы просто убираем переключатель в сторону и вытаскиваем колесо. Все очень просто. Ставить значительно сложнее. Теперь ставить. Да, не, ну то, что руки. Да, кстати, я очень рекомендую возить перчатки, да, такие полиэтиленовые, которые очень мало занимают одноразовые. Очень удобно, кстати. Вот, значит, как мы ставим? Опять же, помним, что цепь должна быть поставлено в положение на маленькое-маленькое. Если вы случайно там задели, у вас прощелкалось, отщелкните обратно, потому что не поставите колесо. Значит, что необходимо? Необходимо, чтобы маленькая звезда, чтобы цепь попала на маленькую звезду. То есть как-то продемонстрировать здесь это достаточно сложно. Вот видите, да? Цепь в крайнем правом положении и попала. Видно всем, да? Ну, примерно так попал. Потому что если не попало, будет опять же сложно. Прошу прощения. Вот. Далее. Отводим переключатель. Все в обратной последовательности. Здесь выравниваем, чтобы попало в тормозные колодки колесо. Все. Оно, в принципе, уже почти встало. Осталось только его поставить в дропы. На некоторых велосипедах, особенно ну, более старых, и сделанных из алюминия, сейчас, наверное, у всех уже карбоновые рамы, но не попадать, тем не менее, бывает, что вот эти перья, они как бы пружинят, и их необходимо, и надо бывает вот так вот усилием небольшим развести. То есть некоторые люди стоят и говорят, ой, мне не ставится колесо. Они думают, я сломал что-то. Нет. Просто когда вы вытаскиваете колесо, они под действием там натяжения, они чуть сдвигаются. Соответственно, их нужно чуть-чуть... Ну, на карбоновых рамах, на современных, этого почти не встречается. Итак, поставили мы колесо. Так? Далее, нам нужно сделать ту же операцию, что с передним. Необходимо выровнять, потому что, видите, колесо у нас гуляет. Если вы его абы как затянете, оно у вас может, например, быть в таком вот положении, да, где, например, будет задевать вот там за перо или будет ширка здесь по колодке. То есть криминала как бы нет, но если колесо будет стоять неровно, велосипед будет немножко ехать в сторону. Беда, в принципе, небольшая, ну пусть Кася едет. Вот. Либо будет чиркать по колодкам. Ну, это тоже небольшая беда, в принципе. Но лучше колесо все же выровнять. Как выравнивать колесо заднее? То же самое. Мы упираемся пальцами в эксцентрик и большими пальцами подтягиваем как бы колесо, то есть чтобы оно уперлось осью в дропы. Всем видно, да? Ну, можно подойти, посмотреть. Ну, как бы не то чтобы вверх, а... Если вы увидите форму дроп-аутов, вы видите, они как бы в сторону и вверх. Видно, да, всем? Вы так молчите? Напряженно. Итак, колесо мы вроде бы выровняли. И также, сейчас, еще раз покажу, чтобы было видно.
То есть выровняли и также, обхватывая перо, закрываем эксцентрик таким же. То есть эксцентрик мы закрываем вот ладонью. Теперь хороший вопрос был, как должны быть направлены эксцентрики? Чтобы что? Чтобы ладонь не прищемить пока. Ну, ладонь прищемить сложно. Значит, вот это классическое положение эксцентриков. Флажки внутрь. Это очень важный момент. Для чего? Если вы, пока вы едете один или одна, о прекрасные дамы, ничего не... То есть вы можете ехать как угодно, куда угодно, с какой угодно скоростью, оттормаживаться, ускоряться. Но когда вы едете в группе, а группа считается уже два человека, наличие у вас еще одного, и когда вы едете рядом, любые выступающие вещи, как то лежак, категорически запрещено с ним ездить в группе. Вот. Или эксцентрики, например, более опытный товарищ, который увидел такое, сразу сделает замечание. Пожалуйста, поверните эксцентрики. Я даже, у меня даже был как-то вот здесь, на гонке, ну, какой-то любительский я был, какой-то упырь уперся, ему говорят, поверни эксцентрики, ты всех. Я сейчас объясню, почему. Вы, наверное, сами догадались, почему. Ему сказали, поверни. Нет, ну, короче говоря, в итоге его выдавили в конец, и с ним никто ехать не хотел. Его просто в половину гонки оставшись, просто выдавливали, пока он наконец не встал и не слез с велика и не сделал это. Почему? Дело в том, что если вы повернете эксцентрик и вот закроете его вот так вот, для велосипеда ничего страшного. Ну бог тебе, ничего страшного. Но представьте, что вы едете, например, с кем-то с перекрытием колеса. Вот так вот. А это часто такое бывает. Любое движение неосторожно в сторону цепляет эксцентрик за спицы соседнего колеса. И вы падаете сами и кладете всех остальных. Завал, конечно, не очень... Очень не рекомендую кому-либо побывать в завале, потому что это ужасная вещь. Вот, поэтому все эксцентрики поворачиваются у нас. Как бы вот классика, считается, что эксцентрик, его потом вот так удобно открывать. То есть между перьями. Да, между перьями, совершенно верно. На перо тоже класть не надо. Нет, на перо не надо класть. Вы его потом не откроете. Вот есть, например, вот, пожалуйста, вот так вот, да? Закрыли. Вам потом это... Когда вы уставшие в гонке там, или на тренировке, вам нужно судорожно поменять проколотую шину, вы представляете, солнце светит, с пот, вот корячитесь. Конечно, нет. Очень удобно. Можно вот так некоторые делают, так тоже. В принципе, это считается правильным, он направлен внутрь. Вот. То же самое с передним. Только внутрь велосипеда, никаких вдоль пера и никаких наружу. Что-что? Попа, это твой велосипед? Да. Как ты его настраивал? Все работает? Я тебе все правильно застрял. Наконец. Тебя не выбьет год. Так, да, не забываем закрыть обратно наш тормоз. Вот, ну после этого, соответственно, мы переводим там цепь в какое-то рабочее положение. И так далее, и так далее. И спокойно себе едем. Так. Это понятно, да, со снятием колес? На самом деле ничего тут такого нету, как бы, ну, небольшой навык, и все получится. Далее, что, с чем приходится сталкиваться? Значит, на что еще важно обратить, после того, как вы приобрели велосипед, покатались на нем? Вова, ты помнишь свою высоту седла? Высоту седла помнишь? Я просто нет самое, если я вдруг сдвину что-то. Я вот не взял. Если есть, давайте отметим. А, покорябать советует Вова. Момент следующий. Тоже не менее, как бы с колесами все понятно. Сейчас мы к колесам еще вернемся тоже. Давай. Спасибо. Очень важная часть, на которой мы сидим, это седло. Кстати, о седлах можно целый отдельный семинар. Подседельный штырь. По прошествии примерно года эксплуатации, если велосипед у вас там, ну, зиму провисел на стене, там, или простоял в углу, или вы на нем крутили на станке, обязательно нужно открутить и проверить, вытаскивается ли подседельный штырь. Это не шутка. Бывает, что подседельные штыри прикипают. Меня спрашивают,
А что, алюминиевый подседельный штырь прикипает к карбону внутри? Прикипает. Еще как, туда не просто прикипает, там бывает, что набивается грязь или еще что-то. Как правило, их не смазывают. На самом деле, подседельный штырь должен быть смазан. Вова, это я тебе уже смазывал, да? Да. Во. То есть вы видите, достаточно туго. Ага, спасибо, вытаскивается. Слушай, какой длинный у тебя. Вот, в общем, в том случае, по идее, в магазине, в котором вам продают велосипед, его обязаны смазать. Если это алюминиевый велосипед, стальной велосипед и алюминиевый подседельный штырь, подойдет любая смазка. Даже смазкой для цепи можно смазать. Лишь бы там что-то было. Потому что если там ничего не будет, оно прикипит и просто, ну, то есть придется спасать раму, придется распиливать это там, хирургическая операция, очень сложная весьма. Вот. Поэтому раз в год нужно обязательно проверять. Если вам в магазине этого как бы ничем не смазали, то это их косяк, и они обязаны это сделать. В случае с карбоном, значит, существует... Карбон, к сожалению, нельзя смазывать обычными смазками, там, типа для цепи там, или какие-то густые, потому что, ну, как считаются, как гласят легенды велосипедные, минеральные масла, которые присутствуют в густых смазках и в смазках для цепи, могут вступать в реакцию там якобы со смолой, которой склеены карбоновые волокна. То есть я не буду вас грузить техническими подробностями, но, короче, не рекомендуется. Есть специальный карбоновый компаунд. Нет. Существует специальная, я не принес сегодня, она у меня почти кончилась. Существует такая специальная, они продаются или, я думаю, что в каких-то интернет-магазинах можно. Да у нас сейчас полно этого всего. Специальный называется карбоновый компаунд. Это специальная такая, она как бы смазка, она достаточно такая густая, консистентная. Вы просто берете на палец и просто ну, размазываете там небольшое количество. Это вполне достаточно, чтобы вам на год хватило. Вот, в принципе, если вы ездите... Часто и часто разбираете велосипед, но просто достаточно проверять, там, ничего ли там не закисло, не закипело, и все, ну, как бы вот нормально вытаскивается. Вот. Это следующий важный момент. Это обязательно нужно проверять каждый год. Потому как, ну, еще раз повторюсь, прикипевший сюда подседельный штырь, ну, это практически, ну, на 90% убитая рама, вам придется покупать новую раму. Извините, а да. Зачем каждый раз... Нет, если вы часто ездите, вам. Так, если вы путешествуете с велосипедом, то вам его приходится разбирать. Вот, да. Только с этой позиции. Так, далее. Да. Не каждый раз. Нет, ну раз там, вы же ходите, наверное, какие-нибудь байк-фиты там новомодные и прочие, правильно? Вот, об этом, кстати, пожалуйста, напомните, мне надо будет сказать, у меня есть свой камень в их огород. Так, далее, следующий важный момент. После того, как вы купили велосипед неведомо где, в магазине, я сказал, что вам его настроили. Если вы купили у кого-то с рук велосипед, там, или где-то там, я не знаю, у нас есть какие-то каналы странные с Украины, кто возит велосипеды там часто. Во, по-моему, то велосипед тоже такого же происхождения, да? Если я выдал секрет, извини, ради бога, я не хотел. Нет, я хочу сказать, что да, у них цены значительно ниже, чем, ну, по крайней мере, было так. Вот. И в принципе, ну, примерно 80% велосипедов, ну, достаточно прилично, как бы, собраны, если это, об этом можно говорить по отношению к современным велосипедам. Вот, что далее, какой важный момент. Руль у нас крутится на двух подшипниках. Один находится здесь, один находится вот тут вот. Очень важно следить за состоянием подшипников. Как это делать? Разумеется, ничего разбирать не надо. Но когда вам собрали велосипед при вас там, или вы его купили, обязательно надо проверить. Вообще, как бы продавцы обязаны проверить, нет ли люфта в рулевой. Это делается вот следующим образом. Вы зажимаете передний тормоз, блокируете переднее колесо. То есть оно у нас, видите, не крутится, да? И толкаете велосипед под седло. Не должно быть никакого клацания. Я сейчас просто все это дело разберу. И вот подойдите, пожалуйста. Это очень важный момент. Почему? Потому что ну, 90% велосипедов, которые мне привозят, они с люфтом.
люфт приводит к убиванию вот этих подшипников. Подшипники стоят недешево. Сейчас я покажу, что это такое. Володь, ничего, что я так с твоим велосипедом? А если уже нельзя его брать? Сейчас, секунду. Так. Первый, может, пожалуйста, желающий подходить. Подходите, это очень важный момент, потому что зажимаем тормоз вот с этой стороны, с левой. Можете по одному, да. Нет, вот сюда остановитесь. Зажимайте тормоз и толкайте под седло, под седло. Чувствуете клацание? Вот. Так, следующий, пожалуйста. Что происходит при этом? У нас вынос, опускаясь, подтягивает оба подшипники. Вынос мы опускаем. Вот с помощью вот этого винтика. Если он у нас не дотянут, и происходит вот эта вот вещь. Как правило, на свежесобранном велосипеде это может произойти. Вы проехали там первые 50 километров, поехали по кочкам, подшипники установились окончательно в свои нужные места, и у вас вот это вот случилось. То есть вы приехали домой с велосипеда, обязательно после там 10 первых поездок проверьте. Оно, ну, на 99% оно может быть. Как это убирается? То есть факт люфта, я не придумал, он есть, да? Как это убирается? Значит, первое, что мы делаем, ослабляем эти два винта. Эти два винта у нас держат вынос. Мы их ослабляем. И таким же образом, зажимая тормоз, проверяем наличие люфта, подтягиваем аккуратненько, осторожненько, шестигранничком. Подтягиваем вот этот винтик. Причем не за всей дури, буквально на 1/8 оборота. Люфт начинает уменьшаться. Вы почувствуете здесь такое возрастающее сопротивление. Еще чуть-чуть. Все, люфт ушел. После того, как люфт ушел, ну, бывает, что руль у вас сдвинулся, вы его выравниваете по колесу, чтобы он был вдоль колеса, и затягиваете два винта. Этот винт, это очень важно запомнить, просто для подтягивания подшипников. А для затягивания выноса, чтобы вынос у нас не вертелся на штоке-вилке, мы затягиваем оба эти винта. Винты затягиваются попеременно, то есть один чуть-чуть, второй чуть-чуть. Один, второй. Теперь усилие, с каким затягивается. Сейчас, когда я чуть позже перейду к аксессуарам, которые у вас должны быть, там как у каждого. А? Там не совсем так. А вы не могли бы, кстати, отключить, пожалуйста, телефоны? Спасибо. Болты определяются с включением выноса, а по высоте он ходит тоже? Он ходит. Да, еще раз, значит, я повторю. По высоте у нас регулирует вот этот винт. То есть что у нас? У нас, я просто не хочу сейчас грузить вас, ну, ладно, скажу, техническими подробностями. Вот... Значит, тогда придется... Не трогай этот винт, если мы ослабляем эти болты, вынос не начнет гулять вверх-вниз? Нет. Он начнет поворачиваться туда-обратно. То есть там есть какой-то шанс, что он туда-сюда, но он незначительный. Опять же, мы потягиваем. Дело в том, что внутри, вот здесь, в штоке вилки, находится такая вещь, которая называется якорь. Он выполняет именно эту функцию. То есть это такой цилиндр, у которого есть три лепестка, который сидит в штоке. У него есть резьба, в которую вкручивается вот этот винтик. Соответственно, затягивая его, мы вынос опускаем принудительно вниз. Вот и вся эта функция этого, как бы, якоря можно вытащить. Значит, винты, обратите внимание, что здесь указаны какие-то циферки. Это не значит, что нужно с этим усилием, я позже расскажу об инструментарии, который необходим. Это предельное усилие, которое выдержит ваш вынос. Потому что дальше этого у вас просто поломается вынос. Вы сорвете здесь резьбу. Поэтому упаси вас Бог, затягивайте со всей дури. Достаточно, ну, как бы, сейчас я буду говорить по поводу ключей, достаточно лучше всего... У меня были маленькие ключики. Короче, в общем, эти ключи нужны для веломеханика. Есть ключики маленькие, которые в половину этого. Вот такими ключами вы ничего не перетянете. Коль уж я заговорил об инструментах, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте мультитулы эти дурацкие, знаете, в виде перочинных ножей, потому что... А с собой-то как брать? Вот набор, что ли? Да, вот такой вот. Нет, лучше вот такой, конечно. Сейчас, подожди, у меня где-то...
Черт. Я брал. Ну, короче говоря, в общем, в любом магазине типа Леруа, Мерлен там или подобные продаются такая вот связка вот таких ключиков черного цвета. Они у вас в половину короче. Они малюсенькие, вам, в принципе, все ключи не нужны. Я скажу, какие нужны будут. И они легко, перетянутые какой-нибудь резиночкой там или скотчем, легко помещаются. То есть я всю жизнь так всегда ездил, то есть если надо с собой возить, они помещаются в карман веломайки и лежат там, абсолютно не мешают. Все, мультитул, я объясню почему. Как правило, они сделаны из очень плохой стали. Если хороший мультитул. Не бывает хороших мультитулов. Мультитул — это маркетинговый развод такой. Знаешь, когда надо вот как тебе... Ну, даже не знаю, с чем сравнить. Но это ужасные инструменты, и не покупайте их, потому что они сделаны из плохой стали. Они, во-первых, они развальцовываются сами и развальцовывают головки винтов. И зачастую, учитывая то, что винты некоторые закручены с достаточным усилием, бывает, что нужно прямо хирургическими там рассверливать винты, а знаете, когда тебе приносят дорогущий велосипед, ой, а у меня вот тут, а чем ты? Да вот у меня мультитул был. А вот эти ключи из Ашана, они типа не... с ним все нормально получается? Я не сказал из Ашана. Нет, вы можете купить дорогущие ключи, там по 1000 рублей штука, пожалуйста, можете купить. Нет, ключи должны быть из хорошей закаленной стали. Все. И эти ключи, вот, ну, неплохие, скажем так, я купил в автомобильном магазине. Там не, ну, как бы, там не продают мультитул, там продают хорошие ключи, которые хотя бы, ну, прослужат вам хотя бы там. Я найду, у меня где-то есть, где же они маленькие эти ключи. Ладно. Сейчас. Немножко позже, я об этом, давайте постепенно. Так, значит, с этим понятно, да, разобрались. Дело в том, что вам, когда вы будете ездить на какие-то там гонки, сборы, покатушки за рубежом, кататься там, наверное, несравнимо лучше, чем здесь. Хотя Максим говорил о 2% населения, ну не важно. А? Пока нет. Пока нет. Как только будет, да, пока нет 2%, мы будем ездить за рубеж, чтобы тренировать и кататься. Можно еще по ключам. А все велосипеды метрическую имеют? Да. Посадку американскую, да? Да, и да, к счастью. Значит, вам еще, я еще не обрадовал вас, вам еще придется купить специальный кейс для перевозки велосипеда, потому как ваше карбоновое чудо, если кинут в аэропорту и на него упадет килограмм, чемодан килограмм 20 весом, вот, карбон очень прочный материал, но он боится точечных ударов. То есть, например, можно его гнуть, там, это, ему ничего не будет. Но вот, например, вот если взять вот молоток. Вова, ты где? Не бойся. И вот сильно ударить, карбон треснет. У карбона, как, в отличие от стали и алюминия, вот нет этого, то есть там алюминий деформируется, сталь деформируется до определенного момента. Карбон не деформируется, он жесткий, он сразу лопается. И все. Вот вы представляете, вы приехали куда-то там и вытаскиваете мешок с велосипедом, а там вот поэтому необходимо возить велосипед. Некоторые водят в коробках и не парятся, в картонах. Там в тех же вот магазинах можно купить велосипед, ну или взять у них там. Вот, можно, но это не очень удобно, потому что существуют чемоданы, которые я очень рекомендую вам приобрести этот чемодан, если вы приобрели велосипед, то есть чемодан стоит все-таки меньше, чем велосипед новый. Вот. И чтобы уложить велосипед в чемодан, вот его приходится разбирать. То есть приходится, разумеется, вытаскивать подседельный штырь с седлом и снимать обязательно, ну, разумеется, снимать колеса и снимать вынос с рулем. Соответственно, потом, когда вы приехали на место или вернулись уже в Россию-матушку, вам, когда нужно все это собрать обратно, то есть вам придется проделать все эти манипуляции, это неизбежно. Вот. С этим понятно, да? С колесами понятно. Так, дальше. Педали. Еще один немаловажный фактор, который вызывает крайне зачастую недоумение и раздражение даже. Значит, современные педали, скажем так, педали всегда у всех велосипедов, пускай это не вызывает недоумения, но у меня был случай очень смешной, когда мне принесли велосипед, говорит, педали, по-моему, бракованные. Дорогущий велосипед, не буду говорить, кто, все этого человека знают. Он очень известный. На Фейсбуке он там.
говорит, по-моему, бракованные педали. Я говорю, а в чем дело? Ну, как-то не вкручиваются. То есть он хотел вкрутить педаль наоборот. Да, ну, наверное, уже многие открыли, что левая педаль имеет нестандартную левую резьбу, а правая педаль имеет обычную правую резьбу, то есть вкручивается по часовой стрелке, с этой наоборот. Сделается для того, чтобы, когда мы крутим, там по странным каким-то, я не силен в физике, по странным законам, педаль, как бы, если будет иметь такую же резьбу, она будет выкручиваться. Вот, соответственно, когда мы педалируем, крутим педали, они у нас как бы немножечко подкручиваются. Это объясняет еще тот факт, что педали ни в коем случае нельзя затягивать сильно, потому что иногда и меня притащили как-то велик, я сломал два ключа, пытаясь раскрутить педаль, и так и не раскрутил. Я даже не знаю, человек увез велосипед, я не знаю, чем дело кончится. Нет, нет, мне это было не мультитул. Не ключ сломал, а переходник. Это, вот этим ключом я раскручивал, вот. Значит, очень важный момент, который тоже. После того, как вы купили велосипед в магазине, и педали, кстати, всегда идут отдельно, вам вкрутили педали, обязательно приедьте домой и попытайтесь их раскрутить. Или попросите продавца не закручивать педали. Вообще, сами вкрутите. Педали необходимо смазывать. Вова, я тоже вкручивал педали? Нет, уже все. А можно шестигранник получить? Можно, но, к сожалению, я просто, к счастью, увидел, что здесь вот это... Бывают педали без вот этого? Да все современные, да. Вот я просто вижу, что здесь, похоже, есть, потому что это очень неудобно. Это... Я сейчас просто объясню, почему. О, отлично. В общем, для педалей вам понадобится, вот такой ключ, скорее всего, не понадобится, потому что, да господи. Сейчас я объясню, почему. Нет, дело в том, что да. Дело в том, что все современные педали имеют вот здесь вот проточку под шестигранник, правильно сказали. И как бы считается, что отсюда их удобнее выкручивать. Скажите мне, кто вкручивал часто и выкручивал педали? Ну хорошо, попробуйте это сделать, и вы поймете, с чем связано вот такое вот неудобство. Это с одной стороны удобно. А если примотан датчик, то с другой стороны уже причем не откручишь, потому что сорвешь. Вы же можно рукой держать и вращать. Нет, можно все, просто возникают у людей парки, в какую сторону крутить. И люди иногда, пытаясь раскрутить, наступают ключами, они закручивают педаль. Потому что здесь все вообще наоборот получается, вот с этой стороны. Вы понимаете, да, о чем? Особенно мужчина, который вот часто, например, какие-нибудь саморезы, шурупы крутит, вы поймете, о чем речь идет. Ну, в общем, к чему все это говорю? Ладно. Все современные педали имеют вот с этой стороны, со стороны хвостовика, имеют... проточку под шестигранник и легко откручиваются, если их правильно скрутили. Педаль должна быть смазана обязательно. Это закон, потому что вы на третий, на четвертый раз, особенно если они были затянуты, просто их не раскрутите, потому что они прикипают. Сталь у нас с алюминием, здесь всегда, даже если щитоны карбоновые, здесь всегда есть алюминиевая вставка. Ну, там происходит некая, опять же, я не силен в физике, там происходит некая реакция, это все прикипает, и поэтому смазывайте хотя бы смазкой для цепи. Если графитный нормально? Графитный можно и графитный. Просто смазку для цепи, я думаю, с собой все возят там куда-то, а вот графитовую, ну, я не знаю. Вот, опять же, как часто нужно смазывать? Ну, по мере того, как любая смазка там стирается, вы их в какую-нибудь коробку кладете там и так далее. Так, с этой... Вот так вот закрутите, все, хватит. Практически да. Чуть-чуть, буквально, без фанатизма, вот так вот. Чуть-чуть, буквально, чуть-чуть совсем. Потому что педаль будет закручиваться сама, она не открутится. Потому что я знаю, что у нас в магазинах ключи с рычагом длиннее этого и закручивают от души, от всей. Так что потом просто, то есть на века, то есть как нужно сменять педали, новый велосипед покупаем. Так, с педалями тоже понятно. Значит, сейчас давайте перейдем немножко... Если прикипело, там да. Что, уже просто чисто механическое, да, все. Если прикипела педаль... Да, сверлить.
Да, это нет, можно нагревать, можно, но иногда бывают совершенно криминальные случаи, когда ничего не помогает. То есть я пробовал, у меня есть специальная газовая горелка, например, когда, ну, иногда не помогает. И, кстати, Миша Иванов привез мне велосипед, у него на соревнование слетела педаль. Просто слетела педаль, и такая ось была. И Миша злобно с матами рассказывал, говорит, мне это где ты был, во Франции? В Швейцарии. Он говорит, мне дали скотч и предложили закончить гонку, типа, примотай. Ну, Миша говорит, я с матами сошел, говорит, с гонки. Ну, вот он привез, говорит, ты можешь что-нибудь сделать? Я посмотрел, говорю, Миша, это будет дорого. Он говорит, да что-нибудь сделай. В итоге я потратил 4 часа своего времени, аккуратно распиливая там, что-то рассверливая там. Но в итоге спас шатун, потому что педаль все-таки стоит меньше немножко, чем как бы шатун один ты все равно не купишь. Это полностью как бы система. Еще важный момент такой. По поводу названия частей велосипеда. Сейчас я не буду на этом застревать. Опять же, в блоге Миши Иванова там есть эта замечательная статья, в которой даже есть схема с велосипедом, по-моему, да, Максим? И там есть названия частей. Они, в общем, верны. Конечно, там я просил Мишу, надо сделать еще английский вариант, потому что очень часто названия частей этих, они на английском языке все там как вынос, там подседельный штырь, там передний переключатель, задний переключатель. Потому что очень часто люди путают, говорят, у меня переключатель не работает. Я начинаю ковырять, да нет, вот это вот. Я говорю, это не переключатель, это ручка переключить. Ну, в общем, сейчас я не буду вас грузить терминологией, вы можете найти все сами. Это, в принципе, ну как с течением времени приходит опыт. Сейчас я хочу перейти немного к тем аксессуарам, которые вам нужны будут, без которых вы как бы не проживете до велосипеда. Вам понадобится насос. Я всем рекомендую вот этот насос. Он продается в магазине Trial Sport. Стоит, по-моему, меньше 500 рублей. Это очень хороший насос. Он будет служить вам верой и правдой. Не покупайте. Вот, знаете, есть всякие маленькие дрянные насосики, на которых написано, типа, что он накачает вам 8, 10, 15 атмосфер. Это полная чушь. Таким маленьким насосом накачать 8 атмосфер нереально. Но вот этот может накачать, если у вас достаточная сила в руках. Кроме того, здесь есть некое подобие манометра, оно, конечно, совершенно бесполезное, но тем не менее, этот насос хорош тем, то есть я не рекламирую, это какой-то вообще cycle design или что-то в этом роде, какой-то галиматья, в общем. А? Давление показывает. Давление ерунда, давление вы должны рукой чувствовать, как. Вот это, просто я рекомендую этот насос, во-первых, он помещается в задний карман веломайки и не сильно оттуда торчит. Во-вторых, он трехколенный. И это позволяет, как бы, во-вторых, он прочный, он не сломается у вас, потому что бывает, что вы качаете, бабах, и все сломалось, а вы не накачали. Вот, поэтому я вам очень рекомендую именно этот насос, он продается в Trial Sport. Вот, давайте так, когда мы будем прощаться, вы запишите просто мой email, я могу вам кидать всякие полезные ссылки. Потому что за время моих занятий велосипедом я надыбал разные полезные товары. Так, значит, насос. Он без шланга, правильно? Да? Он без шланга, да. А, еще, чем он удобен? Он, конечно, универсальный. Но сейчас все насосы универсальны. То есть здесь как бы и автомобильный этот шреддер. Все универсальные, поэтому... Не все? Нет. Я думал, что все. Нет, этот универсальный. Мало того, у него резинки, ну, в общем, как бы. То есть я очень много лет этим пользуюсь насосом и в принципе, им доволен. Помимо всего прочего, у вас должен быть, конечно, большой стационарный насос со шлангом, который как бы может. То есть тут сказать, какой лучше, ну, они примерно все одинаковые. У них баллончиковых насосов. А? По поводу насосов на баллончиках. Ни в коем случае. Это все маркетинговый развод. Во-первых, баллончик. Бывали случаи, когда люди накупили баллончиков, я говорю, зачем? А я в гонке, когда вот в любительской буду, я быстро пшик-пшик. В итоге человек прокалывается, слезает, достает, а там специальный адаптер, и еще нужно уметь это. И он так, короче, у него пол баллончика воздуха вышло, потому что он что-то там не мог. Он достает второй баллончик, половина, то есть, а гонка идет. В итоге он достал какой-то там насос у кого-то взял и накачивал насос. Надо заранее попробовать, а так действительно очень быстро. Их в аэропорту все покинут. Вот, да, нет, на самом деле, помните о том, что баллончик,
баллончик накачает вам максимум до 6 атмосфер. Этого, ну, этого достаточно для комфортной еды, но хотя бы вам 7-8 нужно для нормального гоночного передвижения, ну, если дорога хорошая. Поэтому баллончик вам ни в коем случае не поможет. Так, значит, насос. Шестигранники. Так, я все-таки попытаюсь найти. Ага, спасибо. Черт, я же их брал сегодня. Да, и наличие, я могу забыться. Так. Как адепт современной технологии. Как и так. Заступай. У баллончика есть очень много разных видов насадок. И действительно, их очень мало удобных, хороших и надежных. Я вот методом проб и ошибок, там, на каком-то пятой итерации, наверное, нашел. Очень классную, у меня, правда, ее с собой нету, металлическую, маленькую, очень компактную штуку. Я вот 2 сезона проездил с ней и с баллончиком. Я не знаю, сколько атмосфер он качает, но по моим ощущениям, то есть, во-первых, он круто сделал, то есть ты вкручиваешь баллончик, там нет утечки, и потом просто ставишь, нажимаешь. Ну, ты адаптер. Все, сразу. Да, да. То есть, если хороший адаптер. Есть машина. У вас хороший? Джанитер. Уже проверяют. В общем, я к чему, что если проверить, там действительно бывают плохие пластиковые, там какие-то откручивающиеся, там все разлетится, пока будешь накачивать. А бывают хорошие, которые чик, и все, и он надевает, там, мне кажется, и 8 атмосфер легко. Восемь. Я забыл, когда я возил с собой насос. Не буду спорить. А в общем забыл или? Да, я вожу маленький пакетик, такой зип-пакет из-под перчаток. Велосипед. Складываю камеру, 2 баллончика, этот адаптер. Они же нельзя больше. Да. Называете? Ну, там покупаешь. Но из России без проблем выпускают с баллончиками. А там, если ты их использовал, если не использовал, надо выбрасывать, потому что службы безопасности. Ну, в общем, насос все же. Ладно. Насос, я консерватор. Так, вот они, шестигранники. Маленькие. Им вы гарантированно не поломаете ничего. Вот, продаются они в любом строительном магазине. Монтажки. Правильные монтажки – это залог быстрого и безопасного разбортирования и бортирования. Я рекомендую вам именно парктуловские. Они сделаны, в общем, из хорошего прочного и немножко пружинящего пластика. Ни в коем случае не металлические. Потому что металлические монтажки неизмеримо тверже, жестче обода. Вы просто убьете обод. Как называется парктул? Парктул, да. Это очень. Кстати, у них что-то, я сегодня заходил на их сайт, почему-то не работает. Вот. Ну, дилер парктул у нас, по-моему, Sport Resource. Компания такая, у которых никогда ничего нет. Ну, в общем, к ним как не позвонишь. Нет в наличии, а когда будет? А мы не дилеры, мы не ритейлеры, мы дилеры. В общем, короче говоря, но тем не менее, парктул. Вот. Который на аэропорте, да? А? Который на аэропорте находится. Тот спортресорт или другой какой-то? Наверное, тот самый, да. Ну, на самом деле, я очень рекомендую всем отовариваться. Ну, по крайней мере, раньше это было возможно. В интернет-магазинах, типа, есть известные ресурсы, типа Bike24, Vigil. Магазин Chain Reaction, знаменитые все попсовые эти. Вот, несмотря на то, что там даже сейчас подросшие евро и доллар, как бы все это, конечно, сильно поднял, но там неизмеримо лучшие сервисы всегда. Особенно Bike24, во-первых, там очень грамотные. Ты покупал в Bike24 что-нибудь? Я постоянно там отоваривался, и там все очень грамотные работают люди, которые отвечают там достаточно быстро, которые там могут проконсультировать, в отличие от многих наших магазинов, когда с нас сплошные междометия. А вот вы знаете, что подходит это к этому, и все, и на этом кончается. Вот. Поэтому лучше там отовариваться. Так, что еще необходимо? Смазка для цепи. Я всем, опять же, не подумайте, что я пропихиваю бренд. Смазывать цепь. Смазывать цепь, чем попало, не очень хорошо. Почему? Потому что большинство смазок, которые вот у нас, например, в Москве продаются, они вязкие, они густые и собирают много-много грязи. В итоге у вас смазанная цепь быстро грязнится, и мало того, при переключении, при переходе цепи со звезды на звезду, эти ошметья летят на обод, попадают в тормозные колодки, то есть у вас все, вот вся эта сторона будет ужасно грязной. Соответственно, у вас будет хуже торможение там, резиновые колодки будут изнашиваться и так далее. Поэтому я очень рекомендую
вот эту вот смазку, фирма называется Finish Line. Это смазка, которая называется Cretec. То есть действие этой волшебной смазки всего лишь следующее. Вы потихонечку, понемногу смазываете цепь, и смазка примерно в течение 5 минут высыхает, образуя пленку. То есть у вас цепь остается как бы сухой, но в то же время она смазанная. Вот. Единственный недостаток этой смазки, ну, в принципе, как и любых смазок, смазки хватает на 150-200 километров в сухую погоду. Об этом надо помнить. То есть вы проехали, если 200 километров, все, никакая смазка вам уже нет, вам надо заново смазывать цепь. К сожалению, это ну, как бы не существует смазок, которые, если вы читаете где-то, что эта смазка там, типа, может на 1500 километров, полная чушь. Если вы попали в лужи или в дождь, любая смазка вымывается из цепи, и обязательно цепь нужно смазывать. Да, я, кстати, да. Очистить надо? Вот. Чистить надо. Я, кстати, к сожалению, я по пахах собирался, забыл машинку для чистки цепи. Но тем не менее, опять же, я готов поделиться своим имейлом. Вот, кидайте мне свои имейлы, я как бы разошлю всем то, что необходимо. А? Беспиртовое. Сейчас. Да. Значит, что надо сделать с цепью? Цепь – это расходник, который у нас, так же как и покрышки, она склонна к износу, и, соответственно, ее нужно менять. Менять ее, ну как часто? По мере износа, собственно. Цепь, в общем, вот цепь фирмы Shimano проходит в среднем 2-3 тысячи километров. Внутри это уже все. После чего ее нужно менять. Причем это вопрос серьезный. Если вы не поменяете вовремя цепь, как ни странно, цепь будет убивать вашу кассету, задние звезды, а потом и вашу систему. И заменять кассету и систему вместе – это неизмеримо дороже, чем заменять цепь. Вот, поэтому цепь надо, ну, есть как бы специальные инструменты, которые меряют цепь. Еще хорошо видно, как можно определить, изношена цепь или нет. Ну, это очень примерный способ. Если мы переключимся на большую звезду, мы видим, что у нас все звенья цепи должны совпадать примерно с зубьями. Это хорошо видно вот здесь. Как бы изношенная цепь, в чем проявляется износ цепи? Цепь у нас состоит из роликов, ну, из пластин вот этих, внутри которых ролики, а внутри роликов находятся пины, такие маленькие оси. Значит, ролики трутся об пины, правильно? Пины у нас утоньшаются, или, как сказать, истоньшаются, а дырка в пуговицах в роликах, она увеличивается. Соответственно, цепь у нас, длина цепи у нас увеличивается. Это не значит, что цепь растягивается, она не растягивается. Но тем не менее, она перестает попадать точно на зубья. Это хорошо вот видно вот здесь. В принципе, эта цепь, ну, небольшой износ есть, но она, в общем, проходит еще долго. И вот когда видно, что она полностью не совпадает, это первый звонок, что цепь нужно менять. Потому что если вы не поменяете, убивается кассета, а потом система. Прямо глазом видно, что не попадает. Наверное. Да. Если инструмента нет, как-то еще штангеры там или цепь? Штангенциркулем, да, но это есть там есть измеритель, да, нет, я пользуюсь измерителем, хотя он тоже не всегда объективен, например, на новых цепях измеритель показывает 25% износа, но это считается, на измерителе есть шкала, там типа 0,70 до 75% износа можно есть, когда там в ноль выходит, это все, там, то есть там такой специальный, ну неважно, короче говоря, в принципе, эта штука недорогая, причем, опять же, парктуловский измеритель, он состоит из такой как бы, ну, такая палочка из алюминия, и здесь такой ходит этот самый такой ползунок, как бы, ну, шарнирчик, и на нем такой пин. И он как раз растягивает цепь и измеряет. В принципе, когда-то он стоил $20, и я считаю, что, в принципе, купить его можно. Так, значит, как ухаживать за цепью? Вот был хороший вопрос. И чем ее мыть? Желательно, как бы, особенного какого-то ухода не надо. Конечно, желательно, чтобы она была чистой, ну, относительно чистой. Если вы, например, попали в дождь, там, и она грязная, ну, хотя бы протереть ее там салфетками, хотя бы, конечно, там все будет черное и так далее, но хотя бы стереть и, конечно же, смазать. Желательно купить такое есть чудо-устройство, машинка для промывки цепи. Я, к сожалению, свое не взял. В общем, она состоит как бы такая, это как бы такая ванночка, состоящая из двух половинок, а внутри такие ёршики. Вот, вы одеваете ее на цепь, наливаете туда дегризер, можно пользоваться фейри с водой. Моет вот так вот, отлично. Я не знаю, что кладут в фейри, но отмывать здорово.
Вот, и, соответственно, и, ну, и промывка стоит, вы крутите обратно, и цепь постепенно промывается. После промывки цепи, опять же, ее надо протереть салфетками бумажными, предположим, насухо, и смазать. Смазка цепи происходит следующим образом. Дело в том, что вот по поводу ВД-40 всякие там споры, что это смазка, не смазка, нет. Не смазать, а именно мыть. Мыть можно, но дело в том, что это не моющее средство, оно для того, чтобы рассоединить прикипевшие части, для того, чтобы освободить там от ржавчины. Некоторые говорят, что я и смазываю, но нельзя смазать, это не смазочный материал. Не, можно, но ВД-шка, во-первых, она вонючая, во-вторых, ну, пожалейте домашних, ну... Значит, смазка цепи. Что надо делать? Ни в коем случае не надо смазывать звезды. Ни здесь, ни здесь. Смазывается внутренняя часть цепи. Вот так. Вот таким вот образом. Так, вы мне скажите, если не видно, я сейчас вот так вот сяду. То есть вы становитесь перед велосипедом с правой стороны. И аккуратно, по капельке, каждый ролик, прямо вот на ролик, смазка затекает внутрь, и вот так вот вы промазываете всю цепь. Промазали здесь, провернули. Промазали, провернули. Ну, как только вы смажете всю цепь, она смазанная. Дайте ей чуть подсохнуть, соберите бумажной салфеткой излишки, все, цепь у вас смазана. Ничего больше не надо. Вот некоторые предлагают такие брутальные способы вываривать масло. Некоторые спят с велосипедами, знаете, на самом деле, да, кладут с собой в постель их. Тоже можно. Не, на самом деле, ну, некоторые, знаете, есть люди некоторые, которые уверяют, что чтобы цепь изнашилась равномерно, они гоняют три цепи по кругу. Это очень сложно. Да, есть такие, типа, погоняли одну цепь, сняли ее, одели другую. Зачем? Я не понимаю, честное слово. Дело в том, что есть еще одна такая вещь. Цепь, я говорил уже о сроке службы цепи, она ее хватает ну, на 2-3 тысячи километров. Ну, в среднем, как вы ездите. Если вы ездите по горам там где-то, то может еще меньше. Если вы крутите тяжелые передачи, да, еще меньше. Значит, цепь, есть такая фирма SRAM, или SRAM, кстати, которая очень хорошее оборудование делает. Цепи у них ужасающие, у них очень мягкие цепи, которые служат вообще 1500-2000 километров, я не знаю почему. Самые долго играющие цепи у Компаньола. У меня был рекорд, когда цепь прошла 15 тысяч, и там был минимальный взнос, не знаю как вообще. Цепи абсолютно одинаковые. Единственное, камповские, компаньоловские цепи, они чуть шире. Но, в принципе, это все можно отрегулировать, все будет работать. Вот. Я не рекомендую, если у вас Шимано, покупать, чтобы дольше жила камповскую цепь. Во-первых, они дорогие. Вот. Во-вторых, ну, иногда камповские цепи очень сложные. Там специальный инструмент нужен, выжимка, которая заклепывает, раскопывает цепь. Не всякая выжимка способна заклепать цепь. Иногда люди ломают все и потом, а как? Вот, значит, по поводу цепи. Цепь это такой же расходник, как покрышки. Отслужила свое, выкидывайте ее, не надо. То есть, ну, минимальный уход, конечно, продлит срок службы. Но если вы совсем там, у вас цепь ржавая, грязная, она просто будет скрипеть. Несмазанная цепь, кстати, вот появляется характерная. Здесь она смазанная. А когда есть такой свист характерный, это говорит о том, что цепь не смазанная, ее надо смазать. Все. Так. Теперь еще хотел бы немножко сказать о... Еще об одном. Поскольку все велосипеды, велосипедисты, которые покупают себе велосипеды, они, конечно же, падают. Ну, кто? Я не видел ни разу ни одного велосипедиста, который бы не упадал. По разным причинам. Купили контактные педали, туфли, забыли выстегнуться, упали. Было же такое, да? Ну вот. Чем плохи падения, кроме того, потому что вы можете себе что-то поломать, чем плохи они для велосипеда? Велосипед, как ни странно, тоже может ломаться при падениях. А именно, вот тут вот у нас, где заднее колесо и задний переключатель у нас вот этот вот, он прикручен к специальной такой штуке, которая называется петух. Странное такое название, я не знаю, чем оно объясняется. Вот он. Вот.
эта штука делается на большинстве современных рам, особенно карбонов, съемной. То есть ее можно открутить. Делается она съемной именно потому, что когда вы падаете, он гнется. Соответственно, когда он гнется, вот вы представляете, да, вот упал велосипед, вы ударились переключателем. Соответственно, под действием веса велосипеда там все это ушло туда, он погнулся, и у вас нарушается переключение. То есть петух требует правки. Эта операция, в общем, ну, достаточно... Она, скажем так, не то чтобы очень сложная, некоторые, вставляя сюда шестигранник, выправляют, но дело в том, что она требует известного навыка и специальных инструментов, потому что самому лучше это не делать, потому как петух делать из мягкого алюминия и править можно 3, максимум 4 раза, некоторые даже 2-3, потому что они делают из мягкого алюминия. Вот, поэтому он может просто сломаться у вас на... Там, мало того, там нужно специальные знания, чтобы выровнять его относительно плоскости колеса там, и так далее. Я сейчас не буду вас говорить. Поэтому по возможности избегайте падений на правую сторону. Учитесь падать налево. Ну, вот, кроме того, если вы зачастую часто бывает петух гнется не потому, что люди падают, а вот вы, например, велосипед заносите в подъезд после вашей тренировки или гонки. Несете его, скажем. Ну вот так вот, вы несете велосипед, да, к примеру, да? И вот так вот входите в подъезд, вот так раз, и об косяк двери, бабамс. Ну бывает такое, или поставили дома там, раз об стену, такой, или в машину там, или из машины. Ну сколько ситуаций бывает. Для того, чтобы этого не было, я очень рекомендую вам при перевозке вот так вот отщелкнуться. Ну, хотя бы на середину кассеты, а лучше еще ближе туда. Вы видите, переключатель как бы ушел, и ударить его уже и повредить это гораздо сложнее. Понимаете, да, о чем речь идет? Еще раз показываю. Смотрите, когда у нас... Когда у нас цепь вот в таком положении... Он у нас торчит вправо, видно, да, всем? Задний переключатель торчит вправо. Видно всем это, да? Когда мы переводим цепь... Ага, спасибо. Ну, достаточно, спасибо. Вот, мы его перевели, ну, вот сейчас на самую большую звезду. Он у нас ушел ближе к колесу. Соответственно, мы обезопасили. Вот это идеальное положение, например, когда вы перевозите... Если вы перевозите велосипед, например, в машине, очень рекомендую поставить спереди цепь на большую звезду, потому что вы не попортите сиденье, и даже если вы, например, случайно ударите, вот сейчас, то цепь защищает звезду, потому что звезды очень, зубья у звезд очень хлипкие. То есть вот такое положение это идеально для перевозки. Да. Мне кажется, что петух гнется от удара вот этой частью, потому что здесь все подпружинено, и, собственно, Нет, правильно, но дело в том, что, смотрите, если вы сейчас ударите сюда, например, или сюда, если вы ударите сюда, рычаг, он хоть и подпружиненный, рычаг, давайте, если мы о физике, здесь гораздо больше, если удар просто сюда происходит, ничего страшного нет. То есть вы можете погнуть, но для этого нужно ударить сюда сильно. То есть переключайся сразу. Да. Ну, в общем, нет, к сожалению, падение неизбежно. Я говорю, ну, если вы, то есть не надо, конечно, быть, ой, только бы не упадете. Нет, конечно, вы упадете, но ничего. Просто имейте в виду, что желательно как бы беречь. Петух, кстати, как бы они сменные сейчас, слава богу, и их можно купить там в тех же Сокольниках. Я недавно кому-то покупал петух, там после небольшой доработки напильником, там он встает и... Да, в зависимости от 400 и в зависимости от... Да. Вот. На самом деле, на старых рамах, на первых карбоновых рамах, на которых это не было, то есть, ну, карбон не ремонтируется практически. То есть умельцы, которые там что-то клеят, но это уже как бы там не будет той прочности. Это понятно, да? Так, теперь еще хочу сказать, опять же, по поводу мытья велосипеда. Тоже вопрос. Немаловажный. Чем мыть? Ни в коем случае нельзя мыть велосипед под струей из керхера на мойках. Ни в коем случае. Почему? Я имею в виду на автомойках. Потому что давление там достаточно большое, и в принципе критичного ничего нет.
Ну, у велосипеда есть втулки закрытые, есть переключатели, в которых есть шарниры, вы даже не знаете, что здесь есть густая смазка. Керхером вы все вымываете. И туда забить ту же смазку, которая забита на заводе была, и которая находится там практически весь срок службы переключателя, это невозможно. А вода, которая попадет во втулки, если они еще не разборные, современные втулки не разборные, большинство, то есть она туда попадет, и оттуда уже не выйдет, и будет там. То есть и ваши подшипники будут спокойно гнить, и ваши колеса прослужат значительно меньше. Потому что здесь они достаточно герметичные для того, чтобы вода, например, от дождя или из луж туда не попадет. Но когда вы моете под давлением, это туда все прекрасно попадает. Поэтому, ну, соответственно, и сюда все это, сюда и все попадает. Поэтому ни в коем случае. Мыть велосипед достаточно взять просто какую-нибудь лохань, опять же, сделать раствор с фейри, с моим любимым. Вот. И тряпочки все промыть. Да, это займет у вас час, желательно каждую спицу, обод, все это. Да, но чистый велосипед прослужит вам очень долго. Значительно. Да? Что? И потом лечь с ним спать. Да, точно. Так, что еще я хотел сказать? Значит... А по высоте седла и вынос, как это выигрывается? О, спасибо. Хороший вопрос. И, значит, дело в том, что... Почему хороший, сказал? Дело в том, что по высоте седло регулируется, это вы должны как бы под себя его отрегулировать. Отрегулировать так, чтобы подходило вам. Тут мы уже просто подходим к другой теме, к выбору ростовки велосипеда. Дело в том, что если вы ходите на BikeFit, например, да, у нас есть такая услуга, по-моему, насколько я знаю, вот, то там, по идее, вам как бы все правильно с точки зрения там, теории и практики выставляют. Вообще, я с некоторой осторожностью отношусь к этому. Почему? Потому что у меня, как бы я не хочу ничего говорить плохого про байкфитеров, но у меня достаточно негативный опыт. Половина велосипедов, которые мне приносили после байкфита, были недотянутые или перетянутые винты, там, потерянные какие-то шайбочки важные, которые почему-то кажутся, что ну а что важного, ну так, а ну, то есть недотянутые винты на выносе приводят к чему? У вас после езды по нашим дорогам замечательно появится люфт. Вы даже об этом не будете знать, вы будете с ним ездить. Ну, сейчас-то вы будете знать уже, как проверить. Вот. Это очень часто такое. Вот. Или там бывает не дотянут здесь, и седло съезжает, например. Там. Или, наоборот, перетянут здесь, и начинаются проблемы там, с лопанием труб и так далее. И так далее. Вот. Поэтому по поводу того, как подобрать, поставить правильную высоту седла. Есть в интернете есть куча всяких так называемых фит-калькуляторов, которые вы... Они устроены очень просто, но наверняка многие из вас знают, что это такое. То есть там находите какой-нибудь на сайте, наберите в Гугле фит-калькулятор или сайт-фит-калькулятор, и там пошагово измерьте там себе ногу, руку и так далее. И после этого там все считается, и вам выдается вердикт, какого примерно, какой ростовки вам рама нужна, какой высоты седло у вас должно быть и так далее. То есть насколько вытащить. Помните только, что, к сожалению, сейчас полная катавасия с размерами рамы, с ростовкой. Если раньше все было достаточно стандартно, то сейчас... Раньше, например, рамы любым производителям изготавливались по сантиметру. Например, рама 45 сантиметров. Ну, имеется в виду от центра кареточного узла вот до сих пор. Например, 45, 46, 47 и так далее. Ну, по сантиметру, там до 65, к примеру. Сейчас все унифицировано. Сейчас рама XS, S-ка, M-ка, L-ка, XL-ка, ну XXL. Это все сделано, опять же, для того, чтобы велопроизводителям удешевить свою продукцию. То есть сейчас подобрать правильную ростовку значительно сложнее, потому что рост людей разный, длина ног у всех разная, правильно? Вот, поэтому давайте я сейчас не буду останавливаться на этом самом. Есть BikeFit, есть калькуляторы всякие онлайновые, которые вы можете как бы, ну, примерно, более-менее это самое. У нас была подробная лекция про посадки на велосипеде. Да, велосипед новый продается с гаечкой такой и с таким черненьким или желтеньким колпачком. Можете все это выкидывать нафиг сразу.
Тафоты и пластмассовые прозрачные диски вот здесь. Да, это все. Во-первых, значит, гаечки я настоятельно рекомендую выкинуть, потому что они, ну, честно, когда вам нужно быстро разбортировать и поменять это вот откручивание этих дрожащими руками грязными, это из... они ничего не дают, а мне абсолютно не нужны. Камера удерживается... Удерживается своим давлением в этой дырке. То, что она шатается, так, это абсолютно, ну, ничего когда страшного. Мы качаем без шланга, там и насос дрожит в руках, мы не можем это сделать. Нет, ничего вы не можете повредить. Главное, чтобы у вас был правильный длинный ниппель. Это самое главное. Потому что иногда люди покупают аэроколеса с таким глубоким ободом, и у них короткие эти самые. И когда вы выезжаете, например, прокололись, вам надо понимать, вы обнаружите, что у вас короткий ниппель, а обод глубокий. Что делать? Для этого существуют удлинители. Но это уже другая тема. Так, значит, что еще хотелось бы сказать? Колпачки тоже. Колпачки все, снимайте, убирайте. Это абсолютно... Я еще вам такую вещь скажу, что есть своя как бы велоэтика неписанная. Но по мне она, мне кажется, совершенно дурацкая в чем-то. Но, например, когда в группе продвинутых каких-то там райдеров появляется чел с колпачками и этими, и мы скажем так... Давай-ка в конец, потому что это сразу понятно, что это чайник, который, скорее всего, и в группе ездить не умеет, если он не удосужился это снять. Так что имейте в виду, это как знак «Новый водитель». Максим тоже про носки делали, что речь говорит. А вот натяжение цепи как-то можно проверить? Дело в том, что натяжение цепи, цепь у нас регулируется самим переключателем. У него есть в главном шарнире, вот здесь жесткая пружина, которая его регулирует. Как правило, срок ее службы огромный, и он, ну... Он не прекращается. Потому что подбора, например, меньше звезды брать, как вот определить, там скидывать? Ничего абсолютно не надо делать. Единственное, что здесь существует такой винтик, который как бы вот на Шимано, например, это же у нас Шимано, да? Он у нас почти выкручен, он чуть-чуть вкручен. Его рекомендуется вкрутить, чтобы переключатель чуть дальше отходил, когда вы ставите большую кассету, скажем, 27 или 28 зубов. Но это уже предоставьте это делать механику, потому что это уже такие тонкости. Вообще, кстати, по поводу кручения винтиков. Со временем тросы, которые отвечают у нас за переключение, они немножечко растягиваются. Соответственно, что происходит с велосипедом? Вот эта вот операция у нас, когда мы переходим... То есть что у нас обеспечивает подъем по кассете? Мы натягиваем трос, правильно? То есть если у нас трос слабый, натянут слабо, мы не сможем забрасывать. Для этого у нас существует вот здесь вот такой винтик или гаечка, которую мы, если мы ее немножко выкрутим, то она у нас натянет трос. Все, это все, что вы, как бы вы можете сделать. На некоторых велосипедах еще есть то же самое вот здесь вот. То есть это помогает вообще нам, не сходя с велосипеда, как бы, если у вас плохо как бы забрасывается на большие звезды цепь, ну не очень уверенно, значит вы натягиваете. Если у вас она резво забрасывается наверх, но плохо идет вниз, соответственно, вы чуть ослабляете. Все. Больше ничего не надо. Упаси вас Бог, здесь вот есть такие чудесные винтики, вот эти вот. Не дай Бог, пожалуйста, их не трогайте, не крутите, потому что... Нет, вы, конечно, можете освоить веломеханику, это дело не хитрое, но опять же, если вы неправильно отрегулируете эти винты, у вас цепь может либо провалиться вот сюда, в межзвездное пространство, или падать, например, сюда. Это очень плохо. Если цепь попадает между спицами и звездами, это считайте, вы попадаете на очень сложный ремонт и дорогое колесо, потому что спицы несравнимо мягче цепи, а цепь их сразу жует. Вот, поэтому вот эти винтики просьба не трогать. И также вот эти винты тоже не трогайте. То есть плохое переключение в большинстве случаев лечится натяжением, ослаблением вот этого винта или вот этого. Это для задней передачи, а для передней вот здесь вот есть. Если его нет, то лучше вообще не трогайте. Предоставьте это, опять же, грамотному механику, например, мне. Шутка. Потому что если как бы вы не в состоянии винтиками отрегулировать, ну, хорошее переключение, значит, проблема уже более серьезная, и надо что-то делать другое. Вот. С этим понятно, да? Еще по поводу того, если вы прошли байк-фит, обязательно проверьте затяжку всех винтов, чтобы они не были затянуты или чтобы они не были перетянуты или недотянуты. Это первое. И еще, Боба, а ты был на байк-фите после меня? То есть ты хочешь сказать, что это я тебе так вынос поставил? Так, вот
пожалуйста, я очень вас прошу подойти, ну, кто хочет, сюда, и я вам покажу, чего не должно быть. Вот. И там внизу. Они должны быть одинаковыми. Это в особенности плохо, если у вас новомодный карбоновый руль. Потому что, в принципе, если алюминиевый, это тоже не очень хорошо, но не критично. А вот если у вас карбоновый руль, то это очень плохо, потому что как бы, ну, создается разная нагрузка здесь и здесь. Соответственно, ну, это несложно выправить. То есть вы аккуратненько ослабляете винты все. Нет, я уже Ну, в общем, это несложная операция, и это обязательно надо выпрыть. Ну, миллиметр не страшно, но если 2-3, например, как вот сейчас здесь, то это уже... Разумеется, не надо линейкой мерить, это абсурдно. Ну, хотя бы, чтобы примерно было. Объясню, почему. Руль – это вообще очень, ну, такая очень важная вещь, как и вынос. И руль нужно время от времени, ну, вы все равно, например, меняете там раз в сезон или там раз в два сезона обмотку руля, потому что... Вы потеете, там, это все, падаете. Да, ну, в общем, падаете, она, то есть это расходник. Вот, обязательно, ну, проверять состояние руля на наличие трещин. Почему? Ну, за руль, сами понимаете, за руль вы держитесь. Не надо объяснять, что произойдет, если руль поломается. Так же, как если поломается вынос. То есть, значит, как затягивать? Если вы такое обнаружили, вот хоть как-то чуть-чуть исправить, винты затягиваются крест-накрест, как гайки на автомобильном колесе. Например, раз, два, три, четыре. Вот такой последовательности. Всем видно, да? Раз, два, три, четыре. Теперь я очень рекомендую, особенно владельцам карбоновых велосипедов, приобрести вот такое устройство. Оно не дешевые. Это динамометрический ключ. Это ключ, который позволяет вам выставлять крутящий момент и не перекручивать больше. Потому что если вы не докрутите, у вас все сползет. А если вы перекрутите, это все-таки не машина, так, здесь все-таки мягкие достаточно алюминиевые там, какие-то части, то, соответственно, ну... То есть для чего он нужен? Разумеется, вам не надо все крутить. Но вот эту часть вынос вы будете снимать, если вы будете ездить. То есть если вы, в принципе, не планируете никаких поездок, то есть никуда не летаете с велосипедом, в принципе, вам он не нужен. Вам достаточно привести велик раз в сезон к механику, который все проверит, чтобы было все правильно, и все, и едете дальше. Если вы ездите и возите велосипед в чемодане, и вы разбираете, соответственно, снимаете вынос, чтобы потом его поставить и правильно затянуть, вам все-таки эта штука понадобится. Потому что, ну, рукой почувствовать этот момент, его, ну, как бы, это определенный навык. И как бы к этому ключу, разумеется, продаются всякие вот насадки. Это те же самые вот шестигранники, которые, ну, в общем, сразу говорю, что это не дешевая штука, поэтому, как бы, вот этот когда-то стоил 100 евро. Но это профессионально очень хороший ключ. А? Чем хороший ключ? От 1 до 20. Не-не, откуда мы знаем? Там написано. Стоп. Здесь написан максимум, да. А, если кому-то интересно, кто-то будет... У меня есть сделанная мной таблица по всем этим самым. То есть я готов ее выслать. Сразу скажу, что здесь примерно в районе 5 ньютонов на метр. Да, вот найти, к сожалению, найти ключ, у которого... Оптимальный набор от 1 до 30, но таких ключей нет. Вот это 1 от 1 до 20, потому что есть от 1 до 10, например. А если нужно больше, вам... В основном достаточно там подсидельный штырь, да, зажать и руль. Да. Особо... Ну, в общем, да. Вынос. Если у вас карбоновый руль, тут то же самое. Есть хитрые ключи, мне показывали, есть такой ключик продается, у которого пятерка, то есть он затягивает с силой 5 ньютонов на метр. В принципе, ну, сомнительная вещь, но он маленький какой-то и стоит дешево, то есть 5 это как раз вот эти все. Но здесь, например, если у вас... У меня 8 там написано, например.
написано, это не значит, что нужно тянуть с такой силой, повторюсь. Это написано, вот здесь, здесь написано, например, 7 ньютонов на метр. Это не значит, что надо тянуть. Это цена нового. Почти. Это значит, что он выдержит 7, а после семерки вам никто не гарантирует, что с ним ничего не случится. Почему же так пишут? Не сами бы тогда, что... Нет, ну как бы... Так, еще, значит, момент. Я не знаю, покупаете ли вы уже флягодержателем, но если вы устанавливаете флягодержатель сами, здесь есть, опять же, винтики, которые вкручиваются в так называемые бонки. Это такие как бы шайбочки или гайки, которые вклеены в этот самый. То же самое, обязательно должна быть смазка на этих винтах, потому что они прикипают, у вас льется ваше питье и попадает как раз туда. И все это закисляется, и потом отвернуть невозможно. И результат – сломанные рамы. Просто люди срывают эти винты и отрывают винт вместе с бонкой. Ну а это уже ремонт карбона пошел. Достаточно дорогой. Поэтому имейте в виду. Фото больше, чем питание. Фото, говорю, больше, чем питание. Ну да. Еще момент. Значит, все время надо следить, достаточно часто проверять состояние тормозных колодок, потому что это вопрос безопасности. Тормозные колодки, вот у нас, вот они из резины, соответственно. Это тоже такой же расходник. Они подвержены износу. По мере их износа вы видите, что вот смотрите, да, насколько ручка у меня... То есть, когда здесь палец, это еще нормально. Если, например, палец не помещается, указательный, это уже тревожный знак, что у вас плохое торможение. То есть вам нужно либо подтянуть трос, он подтягивается здесь вот таким образом. Здесь есть такая гаечка и винтик. Опять же, вы натягиваете этот трос, и колодки у вас приближаются. На колодках есть такая риска, это тот лимит, за которым уже ездить нельзя. То есть просто опасно. То есть если они у вас слишком тоненькие, там это, если посмотреть, там фонариком посветить, он должен быть. Если у вас как бы колодки меньше этого значения, то их надо менять. Это как бы несложно, колодки меняются с помощью все того же шестигранничка. Здесь вот есть такие винтики. Опять же, вы разводите. Вот. Откручивается этот винтик не полностью. И колодка просто выдавливается. Вот видите, да? Колодки имеют направление, если вы будете их сами менять. Потому что иногда мне просто везли велосипед с поставленным наоборот. Как они очень туго входят наоборот, но у колодки есть специальная проточка вот под этот самый винтик. То есть вот оно вставляется. У них есть направление, как бы там стоит стрелка, направление вращения колеса. То есть в общем, перепутать достаточно трудно. А? Левое-правое. Да, левое-правое, да, совершенно верно. Вот, соответственно, на переднем колесе меняется тем же способом, только для этого придется снять колесо, потому что вы видите, да, они меняются как бы в эту сторону, то есть их протаскивать нужно сюда. Соответственно, нам мешает вилка, для этого нам нужно снять колесо, сжать тормоз, и тогда они сюда вытаскиваются таким же образом. То есть это несложная операция, но... смена колодок зависит от того, как вы тормозите. Если вы тормозите резко, так же, как на автомобиле, если вы привыкли в пол, вам придется чаще менять. Как правило, колодок хватает на несколько сезонов. Вот, еще важный момент. Об этом не все помнят. Помимо всего прочего, вам наверняка, я рекомендую, обязательно иметь второй комплект колес. Это, конечно, не дешевые, некоторые колеса стоят больше, чем велосипед. Но как бы, если вы участвуете в гонках, то вам просто прописано иметь две пары колес. Кроме того, многие, насколько я знаю, Максим, а у тебя этот самый измеритель мощности? На этом велике нету. Ах, черт. Просто многие покупают, например, колесо. Есть такая фирма Cyclops, да, по-моему, называется, которая выпускает специальные втулки с измерителем мощности. Многие покупают. И педали. Но, тем не менее, колеса эти на рынке еще есть. То есть, это я веду к тому, что вам все равно не избежать покупки еще пары колес. Вот. Имейте в виду, если вы купили новомодные, красивые, необыкновенные колеса с карбоновыми ободами, если они полностью карбоновые, потому что есть три типа колес. Есть колеса с алюминиевыми ободами, вот как эти.
Макс, там алюминиевые, да? Ну, это обычные колеса. Есть колеса со склеенными ободами, которые состоят из карбона, у них основная часть карбоновая, а вот эта вот тормозная поверхность, она из алюминия. Вот. И есть еще третий тип колес, колеса полностью карбоновые, то есть у них полностью, у них нет ничего алюминиевого, у них полностью даже тормозная поверхность тоже карбоновая. Имейте в виду, что если вы купили такие колеса, неважно где, у кого, если вы купили у кого-то, вам просто обязаны с этими колесами продать комплект специальных тормозных колодок. Сейчас объясню почему. Если вам просто пропихнули эти колеса, потребуйте от продавца, пускай он где угодно найдет специальные для них колодки. Вот. Как правило, ну, в магазинах они идут в комплекте с колодками. Почему? Дело в том, что, во-первых, разный немножко материал разнится тормозных колодок для алюминия и для карбона. Вот. Но это не самое страшное. Самое страшное, что если вы поставите, после того, как вы ездили на этих колесах, поставите на этот велосипед карбоновые ваши красивые колеса, полностью карбоновые, в этих колодках, если вот снять сейчас, посмотреть, есть мельчайшая алюминиевая стружка, которая сдирается колодками. И, соответственно, вы ставите колеса, и за одно-два торможения вы просто в хлам убиваете свои замечательные, дорогущие карбоновые колеса. Это имейте в виду. Это очень важный момент. Вот. Кроме того, что эти же колодки не будут тормозить так же эффективно на карбоне, там другой материал немножко. Вот. Это первая причина. Вторая причина — вы просто убьете свои замечательные колеса. Тут, тут возникла сама собой. Вот я у Максима увидел велосипед на электрической не тяге, а трансмиссии. Значит, хотел бы сказать об этом тоже пару слов. Ну, если кто-то, конечно, это совсем другая цена. Оно работает все гениально просто, потрясающе. Я когда мне принесли первый раз велосипед на электрике, я переключался, думал, господи, 21 век. То есть это действительно сказка. То есть, ну, а как правило, разумеется, у механики недостатки, что если, например, вы в гору, вам нужно быстро переключиться, вы вот спуск был, вы там крутили тяжелую передачу, тут же начинается подъем, вам нужно быстро перевести цепь, например, с большой звезды на малую. Иногда бывает подвисание, и цепь блокируется, и сложно переключить. Это факт, это неизбежно. На электрике этого нет. Электрика, там мотор, который все это делает за вас. Вы зачастую ручкой елуете, а не сбрасывается. Приходится ослабить вообще педалирование, и тогда оно лениво перекидывается. Да, это, кстати, ну как бы у многих, этим даже больше грешат вот не самые верхние группы. Там есть и Дюрейс, там или у Компаньола Рекорд. Как правило, там это решено за счет того, что многие части сделаны из карбона, там титана и так далее. Карбоновые там рамки, например, более жесткие, соответственно, они переключают даже под нагрузкой. У электрики этих проблем нет. Электрика — это здорово, но... Батарейка? А? Батарейка? Нет. Я все же вас предостерегаю от покупки электрики и настоятельно не рекомендую ее покупать, велосипед с электрикой. А если вы ее купили, то продайте быстрее. Почему? Максим, можешь не продавать. Дело в том, что... Я заступлюсь за электрику. Нет, я за электрику, это здорово. Это здорово, так же как некоторые покупают, например, колеса на трубках. Кто-нибудь слышал про колеса на трубках? Знаете, что это? Сейчас расскажу. Вот, и говорят, это же здорово, они катят. Да, здорово катят. Это все хорошо, когда за тобой едет машина сопровождения с механиком. Почему профики вот на турах едут? Ну, у них же, за ними же едет машина с запасными колесами, даже велосипедными, правильно? Если у них какие-то проблемы, им тут же меняют колесо или велосипед. Но в вашем случае этого нет. Максим, ты просто не сталкивался, например, там есть проводки, которые имеют тенденцию выходить из строя. Первое. Разобрать и найти это страшный гимор. Мне приходилось это делать. Второе. Мы живем в России, где найти проводок, который может стоить 100-200 евро, вот такой проводок. Вот, и поменять его. То есть велосипед у тебя будет просто... У меня был случай, когда меня притащили в велик, говорят, собери, вот. Я собрал велосипед, собрал велосипед, все красиво, все. Причем там еще это был первый дюрейс, там нужно было термоусадочные трубки, то есть его уже запаковываешь. Я все собрал, все работало, собрался, думаю, все, сейчас звоню, отдаю. Переднее переключение не работает. Мне пришлось разобрать весь велосипед полностью. Я нашел провод, который от мозгов идет к этому. Я его вытащил, стал обзванивать, позвонил в спортресорт. Они говорят, у нас этого и не будет.
Да, мы дистрибьюторы. В итоге человек где-то заказывал, и велосипед у меня стоял 2 месяца, пока это пришло. Вот, поэтому, то есть пока это минусы электрики, потому что если у вас порвался трос, вы на худой конец можете даже это сами как-то сделать, там, ну как-то чего-то, потому что трос можно купить. А проводок этот не купить. Кроме того, регулировка трансмиссии, да, она, конечно, ну, в принципе, если ты не бьешь велосипед, то и механика не требует. У меня велосипед, вот ты же видел, висит у меня, Пинарелло, собран в 2007 году, я к нему, то есть я на нем катаюсь время от времени, но я ничего не трогаю там. Вообще, то есть я собрал, ничего не надо регулировать. То есть оно все, в принципе, грамотно собранный велик, сейчас еще один момент, вспомнил. Грамотно собранный велосипед не требует регулировки никакой, если вы там не падаете, если вы его не бьете там и так далее, и так далее. Вот. Это минусы электрики. Из плюсов электрики, конечно, это красиво, конечно, это здорово, я ничего не скажу. Расклепка цепи. Так, расклепка-заклепка цепи. То есть, в принципе, кто хочет, может поменять цепь сам. Для этого надо купить выжимку, специальный инструмент, который расклепывает цепь. В принципе, это несложная операция, достаточно в Гугле или в Яндексе набрать, как это делается. Вопрос только в следующем. Выжимки, большинство выжимок, которые продаются, они, конечно, ужасного качества. Потому что хорошая выжимка, ну, будет стоить, профессиональная выжимка стоит в районе сотни. Полутора сотен евро. То есть она тоже не карманный вариант. Это не карманный вариант. Но это надо учитывать, что это как бы инструмент, который рассчитан, что вы каждый день что-то делаете. А если вам раз в сезон поменять цепь, вам достаточно простенькой выжимки, которая, в принципе, продается. Единственное, что выжимка, я, к сожалению, не взял выжимку, у нее должен быть поджим с обратной стороны. То есть вы представляете, выжимка как устроена. Вороток, который с обратной стороны должен быть еще такая гаечка, как бы. Вот такую выжимку надо. Есть недорогая выжимка, фирма Bike Hand выпускает. Она продается в Сокольниках. В свое время я купил рублей за 350. Ну, может, сейчас там 400 рублей стоит. Вот лучше такую покупать. Хотя, на самом деле, ну, ей довольно неудобно, если уж вы хотите сам менять цепь. Вот. Есть еще вариант ставить замки на цепь. Зачем, не знаю. Потому что замок, во-первых, он не совпадает по ширине с цепью сам. Вот. Просто, ну, я говорю, некоторые фанаты, которые там цепи варят, там как-то, чтобы их как-то там или гоняют по кругу, вот это для них. Но на самом деле замки, они как бы. Цепь должна быть заклепана. Все, она отходит свои 2-3 тысячи километров, вы ее выкидываете, ставите новую. Все. Еще момент, кстати, про цепи. Когда вы ставите новую цепь, к тому моменту, когда вы ставите новую цепь, у вас уже звезды и здесь, и сзади немножко изношены. Соответственно, новая цепь абсолютно не будет совпадать у вас со звездами. И это будет выражаться как бы в некотором проскакивании. Вы будете, когда вы педалируете с усилием, вы ощутите, как будто цепь проскочила. Это нормально, и это уходит примерно за 150-200 километров. Для этого несколько цепей не потом выгоняют, собственно, чтобы избегать именно этой ситуации. Ну... Опять же, я как нет, можно гонять, разумеется, если вам не лень посвящать этому время, гоняйте по кругу несколько цепей. Таким образом заявляется, что ресурс каретки, ну, и не каретки, а звезд, одинаковый, один день проехать. Это на ваше усмотрение, я считаю, что, ну, велосипеду надо уделять и посвящать какое-то время, но ну, всему... Когда новую цепь покупаешь, она длина уже оптимальная или бывает так, что приходится вот длиннее? Конечно. Цепь, как правило, новая цепь, она длиннее, разумеется. Это связано с тем, что рамы разных размеров, соответственно, разная длина перьев, и, соответственно, цепи длинные. Цепь, по-моему, они есть 114 звеньев и 116, да, ну вот, как правило, разумеется, 3-4 звена, 5-6 иногда приходится. Это еще зависит от того. Выжимки той же самой нужно убирать. Да, разумеется. Это расклепывать значительно проще. Это еще зависит от того, как, например, какой набор у вас звезд сзади и какой у вас набор спереди. Кстати. Какие-то таблицы или значит, нет, вы покупаете любую цепь, какую угодно, вам 111 звеньев в лутах хватит, вам придется вытащить. Значит, как правильно ставить цепь? Вот еще вопрос.
вы должны, отмеривая цепь, если уж вы решите сами это делать, вы должны поставить ее здесь на маленькую звезду спереди, еще как бы не раз, это, и, соответственно, сзади на маленькую, как бы в нерабочее положение, так? И должны проследить, что у вас натяжение цепи было такое, чтобы рамка переключателя не цепляла за цепь. Это правильное натяжение цепи. То есть вы увидите, что у вас всего один вариант. Там же соединительные по старой, единицы, да? А? По старой цепи сопоставить количество. Нет. Еще объясняю, старая цепь имеет большую длину. Количество денег, оно тоже. Считать, что ли? Хороший вопрос, да. Вы знаете, что сейчас мы перейдем к еще одному вопросу, который я хотел затронуть. Дело в том, что многие современные велосипеды собраны так же плохо, как и современные машины. И это факт. То есть, да, существует безграмотная сборка велосипеда, плохая. И большинство велосипедов, они собираются в Китае. Нашим братьям-китайцам за день нужно, я, по-моему, читал статью, что они собирают там чуть ли не 40 велосипедов в сутки. Это нереально, потому что сборка велосипеда, на самом деле, это очень трудоемкий процесс. И я, когда мне приносят вот по отдельности, я говорю, ну 2-3 дня, потому что я же как бы беру на себя ответственность, человек будет на этом ездить. Соответственно, я должен все подогнать и собрать так, чтобы не возникало вопроса. Вот, современные велосипеды собраны плохо. И, отвечая на вопрос, по старой цепи, зачастую приносят велосипед, на котором либо слишком длинная, либо короткая цепь. То есть алгоритм какой-то, я купил новую цепь, да, принес ее спасибо. Домой, там же какой-то соединительный пин, да? Да, есть. Вы... Ее надеть в том виде, в котором она есть, потом увидеть, что... Да, вы... Нет, длинная, так, например, просто сейчас, наверное, это, я думаю, это не очень интересная тема для всех, просто сейчас многие будут скричать. Ну, как бы в интернете куча, в инструкции для цепи, там всегда есть инструкция, даже, по-моему, сейчас есть и на русском языке. Там указаны примерные способы, как определить правильно. Их несколько, и они примерно как бы, ну, все одинаковые. Я рекомендую следующий способ. Вы продеваете цепь сквозь ролики переключателя, соединяете два ближайших звена так, чтобы у вас не цеплялось. У вас, если слишком длинная цепь, у вас вот так будет цепляться, понимаете? То есть не будет должного натяжения. Все. Если слишком большая цепь, в смысле короткая, у вас будет затрудненное переключение. Оно будет работать, ну, конечно, ну, как бы... Но соответственно. Хорошо? Вот это расстояние. Да, это оптимально. Еще надо учитывать, что положение цепи будет немножко разное. Здесь стоит система компакт, насколько мне не имеет память. Да, системы бывают компакт и обычные. Это компакт. То есть у обычной системы 53 зуба, либо 52 на большой звезде, и 39 на маленькой. У компакт 50 и 34. На многих современных велосипедах ставят именно это. Хотя это не считается гоночной системой, это считается фитнес-система. То есть, ну, соответственно, вы не сможете проламывать большие там передачи. По мне это, ну, опять же, маркетинг. А ролики вместе с цепью? Ролики нет. Ролики, несмотря на то, что они из пластика, они живут значительно дольше. Опять же, если вы их... Вот, кстати, хороший вопрос. Кассета в среднем переживает от... А? Кассета переживает... В среднем, да, кассета может пережить 5 цепей. 5 велосипедистов. Опять же, надо помнить, что изнашивается кассета неравномерно. Вы все равно на каких-то звездах ездите больше, на каких-то меньше. Соответственно, какие-то звезды крайние, например, могут вообще быть не изношены, а где-нибудь посередине будут изношены. Но менять отдельные звезды у кассеты, поверьте, бессмысленно. Во-первых, есть кассеты неразборные вообще, которые на пауке, у них там, вот, и покупать отдельные звезды. Поэтому кассета меняется скопом. Вот. Ролики, они изнашиваются, да, но если вы как бы следите за цепью и время от времени чистите ролики там какими-то, ну, хотя бы просто тряпочкой протирайте, чтобы они совсем в грязи не были, то ролики живут очень долго. Угу. Надо целиком все менять или можно звезды просто? Нет. Дело в том, что вот эта часть, которая называется паук, она имеет разный диаметр, который измеряется вот по этим бонкам. Системы компакт и обычные, к сожалению, имеют разные диаметры. Есть какие-то хитрые звезды, я видел, когда на систему компакт можно поставить обычные, но это не относится к обычным конвенциональным системам, поэтому
Вы можете купить звезды, но они, например, не подойдут, и вам придется менять. Более того, я вас расстрою, придется поднимать или опускать сам переключатель, соответственно, перенастраивать, а возможно, даже придется поменять цепь. Потому что для компакта и для этой самой, и для обычной системы разная длина цепи. Ну, может укоротить цепь там. Мне кажется, более безболезненный вариант, может быть, поставить более, ну, более кассету, да, с большим набором. То есть в этой ситуации, если кассета будет больше 12 бит, больше 28 звезду, ну, из-за того, что... Нет, цепь... Дело в том, что на большую она закинет, потому что мы же, когда ставим цепь, мы же меряем по маленьким звездам, соответственно, на большую налезет. Еще момент такой. Если у вас будет по нескольку колес, и, например, одна кассета. Конечно, желательно на каждом заднем колесе иметь по кассете. Но если у вас одна кассета, вам еще придется обзавестись. Сейчас, где волшебный мой чемодан? Вам придется вот чем-то подобным. Это так называемый хлыст для раскручивания кассеты. И еще вам понадобится... Да, съемник для... Сейчас, где-то он у меня был. Это специальный съемник, который вставляется вот в центральную гайку. Соответственно, вы удерживаете вот этим цепь, потому что кассета проворачивается. И с помощью большого гаечного ключа откручиваете это дело, кассету. Соответственно, ставится в обратные последовательности. Я как бы сейчас не буду на этом застревать и показывать это уже более специальная такая операция. То есть она, в принципе, несложная, и поэтому сейчас застревать на ней, ну, мне кажется, смысла нет, правильно? Мне кажется, по основным моментам, в принципе, можно. Да, ну можем, как бы вы можете просто задать вопрос. Еще момент про колеса трубочные. У меня был случай, когда вот так с Украины привезли велосипед, причем. Вот, сейчас, как раз, да-да-да, я постепенно подхожу. Короче говоря, это было примерно полгода назад, одному из моих клиентов, вот он позвонил, говорит, мне вот прислали велосипед, вот с Украины тоже как-то он купил, он говорит, я ничего не понимаю, он запакован, вот ты мне, пожалуйста, собери его, вот все. Я распаковываю и говорю, а зачем тебе все, он говорит, что-то не так, я говорю, хороший велосипед, все, но, говорю, дело в том, что он колеса на трубках. Он с тоской посмотрел, говорит, а что это такое? Значит, вам известно, что внутри сжатый воздух. Понятно, да? Что под вот этой покрышкой внутри есть еще такая черненькая резиночка, которая называется камера. Известно. Соответственно, если мы прокалываем колесо, то воздух у нас выходит именно из той камеры. И нам нужно снять покрышку и вытащить эту камеру. Вот это ниппель, который у нас к камере прикреплен. Правильно? И просто камеру меняем. Отличие трубки, собственно, от этого, это у нас называется шина или клинчер. Отличие трубки от клинчера в том, что трубка цельная и уже в себе содержит, как бы, соответственно, сверху шина, а внутри нее уже вклеена... Это камера. Соответственно, это одно целое. То есть если мы снимем клинчер, профиль у нас вот такой вот, правильно ведь, да? То есть если мы его как бы вот так разрежем, он имеет такой вот профиль, ну как бы там P-образный, там с такими вот зацепками, которые цепляются за борт. Правильно, да? Трубка у нас вот такая в сечении. Это в полном смысле слова просто трубка, как бублик, как шланг, спасательный круг. Вот, она в себе уже содержит. То есть, соответственно, на трубках ездят профессионалы. Вы не поставите трубку на это колесо, потому что у трубочного колеса совершенно другой обод. Если вы когда-нибудь снимали, то вы видели, что обод у нас P-образный, правильно? Вот такой вот. Вот. Обод под трубку, он у нас не P-образный, он имеет небольшое такое углубление, вот, как бы, ну, в виде такого полумесяца, совсем небольшое. И трубка приклеивается к нему. То есть с внутренней стороной она приклеивается. Специальный клей есть. То есть вы представляете, да? Если у вас колесо на трубке, вы прокалываетесь. Так же прокалывается, как хорошо. Вы прокололись. Все, что вы не поменяете сами, потому что ее надо приклеивать. Плюс то, что более быстрые колеса. Да, нет, преимущество трубки в следующем.
она абсолютно ровная, потому что она одинаковая по всему сечению, она одинаковая. Соответственно, она круглая. Соответственно, распределение давления на все стенки, в отличие от клинчера, абсолютно одинаковое. Поэтому трубка катится идеально ровно, как мяч. Вот. Нет, ощущение, как бы, ну, непрофессионал вряд ли почувствует разницу между как бы трубочным мигом, но как бы да. И разница красивая есть. Красивая и дорогая. Красивая, да. Да, цена, причем цена трубки, если клинчер в среднем, сколько стоит, кстати, я давно не покупал, ну, наверное, ну, 2-3 тысячи рублей, да, стоит? Две. Трубка среднего качества стоит минимум в два раза дороже. И она, если вы можете, например, клинчер выбрасывается только если вы совсем уж порезались, если там порез. То есть есть прокол, и все, вы меняете камеру, а трубка не чинится. Нет, у нас в Советском Союзе, когда трубки были дефицит, чинили трубки, там лезвием распарывали, аккуратненько зашивали, там что-то заклеивали. То есть это многочасовая ювелирная работа. Но не было дефицит. Сейчас этим никто не занимается, но трубки ужасно дорогие. То есть трубки это только для профессионалов. Или если, опять же, за вами едет машина сопровождения. Насколько я понимаю, в триатлоне же запрещена, по-моему, такая помощь, да? Или я ошибаюсь? Машины запрещены. Вот. Но между тем в триатлоне многие ездят. А как они меняют матрицу на колонку? Ну, нельзя же собой запасную трубку. Да. Нет, то есть... Герметики то есть, есть, наверное. Есть герметик, а можно запить. Кстати, по поводу герметика. Многие думают, что залив герметик, они спасутся. Да, вы спасетесь. Но дело в том, что, понимаете, залитие герметика предполагает, что вы не будете спускать воздух. Потому что если вы попытаетесь, например, в самолете, когда вы летите, нужно спустить давление хотя бы до 2 атмосфер. Как только вы, если у вас залит герметик, как только вы попытаетесь спустить давление, у вас герметик забьет вентиль полностью, и вы не накачаете. Так что... Если это герметик. Нет, ну это да, это нет, в экстренном случае, то есть с трубками тоже не все так тоскливо, потому что с собой возят трубки, только единственное, что у трубки еще есть сложность одна. Трубку новую вы ни за что не натянете на колесо, это требует неимоверных усилий. Трубку, то есть трубки наклеиваются, это занимает 3 суток, наклеивание трубки. Ее нужно растянуть 2 суток. А потом намазать 2-3 слоя. Так вот, как правило, с собой возят запасные трубки, уже растянутые, уже намазанные хотя бы 1-2 слоями клея. Тогда у вас, если вы прокололись, вы эту отдираете, она довольно легко лезет. А эту как-то так прижимаете, и этот клеевой слой, который там есть, он липкий, и это вам позволяет доехать до дома хотя бы. Там, или не сойти с гонки. Ну, только так. Вот, это по поводу трубочных колес. Трубочный суток света сход, наверное, да? Да. Да. С переключениями. Со временем тросики растягиваются, их надо менять. И вот если я собрался менять тросики, я делаю это первый раз, обзавелся кусачками. Какие самые ошибки банальные можно совершить? Ну, начнем с того, что тросики растягиваются, это не значит, что их надо менять. Первое, они растягиваются, потому что они растягиваются за первые там 50-100 километров. Поэтому вы, если вам, у вас свежесобранный велосипед там, или вы купили, вы вы приезжаете в магазин, где вы купили, и вам там... Так, сейчас, секунду. Да, значит, тросы меняются в среднем их ресурс при нормальном использовании. Ну, там иногда дождь, там солнце, иногда... То есть, если у вас не хард там такой, что вообще... В среднем срок службы 20 тысяч километров. Вот, если это тросы из нержавейки. Если они же совсем у вас закислились, забилось там это, то менять. То тогда, конечно, меняйте. Но некоторые меняют каждый сезон, ну, не нужно. Если старые, первая ошибка – это вот здесь вот расположение. Иногда даже собранные братьями нашими китайцами новые велосипеды мне привозят. Здесь такая путаница, что просто ничего остается, другого остается, как просто отрезать и все заново. Потому что главное вот здесь вот. Потому что здесь есть свои хитрости. Ну, наверное, все-таки сегодня у нас день не для того, чтобы посвящать каким-то... Это уже узко такое... Если вам это интересно, просто вот вам конкретно, то приедьте ко мне, я как бы проведу для вас лично мастер-класс именно по тому, как укладывать трос. Куда приехать? Так, контактами я поделюсь в конце нашего семинара и буду готов ответить на, ну, так сказать, писать на почту, там звонить тоже можно, но, разумеется, не там в какое-то неурочное время. Не все сразу, да? Да, не все сразу. Еще вопрос по рулевой. Да. Если уже никакие задержки не помогают, она все равно чуть-чуть ходит.
Значит, убитые подшипники. Да, кстати, я не сказал, что, к чему приводит люфт. Значит, если у вас перетянута рулевая, вы подшипники не убьете, в общем, быстро, но вы будете просто падать. Потому что велосипед, вы, наверное, знаете, велосипед у нас едет из-за постоянного подруливания мелкого, о котором мы даже не знаем. Вот, соответственно, рулевая... Попробуйте полностью заблокировать рулевые, вы не проедете 2 метра. Соответственно, рулевая должна быть в порядке. Перетянутая рулевая будет приводить к затрудненному рулению и, соответственно, хуже равновесия. Ну, не так критично. Вот. А если будет ослабленная рулевая и люфт, соответственно, нижний подшипник, на котором вы практически лежите весом своим, вы опираетесь на нижнем подшипнике, он-то и выходит из строя первым. А это выражается в том, что он вращается рывками, если взять сам подшипник. Вот. Ну и как бы страшного ничего нет, но как бы это просто стоит денег, которые вы сами зарабатываете, и все. Подшипники когда-то стоили комплект, по-моему, что-то в районе 1500 рублей. Ну, соответственно, сейчас, в зависимости от марки подшипников, еще. Что стоит Pinarello нижний подшипник, да, у меня? Один. У Pinarello это, у меня у самого 2 Pinarello, и я знаю, это типа Феррари, каждая деталь к нему это просто, вот. Сейчас еще проблема в другом. Раньше у старых велосипедов подшипники были одинаковые, что здесь, и если по мере износа вы могли их поменять, например, еще сезон ездить. Потому что верхний почти не убивается. Но сейчас нижние подшипники, они большие, они там, по-моему, 1,5-дюймовые, что-то такое, они большие, и вы уже их не переставите. Мало того, найти такие подшипники у нас, например, где-то в Москве зачастую очень трудно. Вот. А на Pinarello, кстати, там вообще принципиально другая. Кстати говоря, вот кто мне недавно приносил Pinarello? Вот, Илья. То есть он мне позвонил, говорит, я покупаю Pinarello, мне хотелось бы узнать, потому что позвонил другой наш знакомый, говорит, я не знаю, эта рама настоящая, потому что сейчас очень много реплик, которые совершенно, вот. И Pinarello отличается тем, что у них не подделают, очень сложно подделать этот рулевой узел, это очень дорого и нерентабельно, поэтому очень легко вычислить, это настоящая рама или нет, именно по рулевой. Ну, к счастью, рама оказалась оригиналом. В обычных рамах, да, у Pinarello запрессованы, да. Педали? Нет. Нет, педали... Дело в том, что раньше старые педали можно было обслуживать, да, там регулировать что-то. Современные педали — это совершенно одноразовый продукт, к сожалению, как и все, в общем. Я наверняка что-то забыл, потому что, ну, как бы, я человек такой, в общем, малоорганизованный, скажем так. Ты оставишь email. Да, я как бы все, я так, у меня какой-то план был, но я понимаю, что я что-то, наверное, упустил, так что если у вас какие-то есть вопросы или будут, пожалуйста, пишите мне, я без проблем отвечу, как бы, на любые вопросы. Спасибо.